Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и скажите, какие ощущения у вас остались от выступления Сансэйча, программиста необычной реальности? Меня зовут Михаил, я поражен тем, что говорю, в цирке иллюзионист, понятно, где обманывают, но тут, чтобы собственными руками что-то проходило, это шок, я нет слов. Спасибо большое. Представьтесь и скажите, какие впечатления у вас остались от данного шоу? Это просто что-то с чем-то. Я никогда ничего подобного не видел. Ну, так-то вот, реально, нечего сказать. Это очень. Спасибо большое.